Друзья, каждое утро мы делаем для вас интересные новости, поэтому попрошу вашей поддержки, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и нажмите на колокольчик. Спасибо за понимание. Этой ночью из полицейского участка к нам поступила печальная новость. Великий народный российский артист, кинорежиссер Андрей Звягинцев оказался в больнице. Сообщается о том, что он был найден сотрудниками патрульно-постовой службы возле своего дома, прямо возле подъезда, избитым и ограбленным. Очевидцев пока не установили, к сожалению, камер видеонаблюдения в этом районе нету. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии, медики делают все возможное для того, чтобы спасти ему жизнь, а сотрудники полиции ищут нападавших. Следите за новостями, уже завтра утром на нашем канале появятся свежие новости, которые вы так долго ждете.